когда мы переведем свою жизнь к Богу самому. И это очень важно, когда есть люди, которые объединяют других людей. У них эта жизнь складывается хорошо, личная жизнь. Они находят достойного, хорошего партнера. У них есть верные друзья, их много, и люди, которые помогают. Если человек не сам не помогает, это естественно, что она живет с этого пространства. Поэтому помимо физических прав, помимо